Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Honor 7X сделать очистку кэша. Для начала выключаем наш телефон. Затем, после его полного отключения, зажимаем комбинацию клавиш кнопка включения плюс кнопка громкости вверх одновременно несколько секунд. После того, как экран загорается, можем отпустить кнопку включения и продолжаем держать только кнопку громкости вверх. Попадаем в такое вот чудо-меню. В данном меню, используя кнопки громкости для перемещения и кнопку включения, чтобы сделать выбор, выбираем третью опцию Wipe Cache Partition. И спустя пару секунд весь кэш с вашего телефона будет удален. И после этого выбираем первую опцию Reboot System Now, чтобы перезапустить наш телефон и выйти из этого меню. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!